Hey guys, how are you? In this video, we're going to visit some more of my relatives. We're going to visit my uncle, Andrei, and his wife, Nadezhda. Andrei is a self-made, successful entrepreneur. I've always admired his ability to combine his business and many of his hobbies, and we'll talk about it later. Лена, Надежда, Андрей. Добрый день. Очень добрый приятно. День. Очень ну что, приятно. Начнем экскурсию по нашему дому? Почему бы нет? Пойдемте. Ну, это, наверное, сердце нашего дома. Зал. Здесь мы иногда смотрим телевизор. Здесь в Новый год у нас стоит большая елка, трехметровая, под которую мы кладем подарки. И поэтому, наверное, мы любим это место. Здесь наша спальня. Андрей, у нас перегорела одна лампа. Ну, ничего страшного. Бывает? Да. Я очень мечтала об одноэтажном доме, но почему-то Андрей не согласился. А потом уже он согласился, но было поздно. И поэтому у нас так получилось. Здесь туалет с ванной, конечно. И везде у нас кроватки для котиков. А где кроватка, не вижу? Вот он очень любит здесь спать на ночь. Для котика, он да? Очень любит спать здесь. А раз у нас было два котика, представляете, сколько кроваток? Потом он любит спать здесь, на окошке. А эта кроватка осталась от собачки, но они с котиком спали здесь по очереди. Вон та. Да? Внизу. Ага. Собачка у нас была самая лучшая. Значит, раз мы уже на первом этаже, пойдемте дальше. Здесь гостевой туалет. О, это предбанник, да? Что это называется? Да, предбанник. Точно. Как классно. Сразу тепло здесь так. Очень тепло. Угу. Андрюшина химия. Здесь небольшой бассейн. Но здесь есть противоток. Угу. Да, здесь можно плавать. То есть включается волна. Угу. Пожалуйста. И все. И можно плавать. То есть можно плыть на месте, и она прямо... Да. Угу. Вы можете сегодня покупаться? Да. Мы все взяли. Молодцы. А здесь у нас хамам. О, потрясающе, обожаю сауны. Вот. Небольшой, но нам хватает. Класс. Потому что мы живем в доме вдвоем. Хотя густой у нас бывает. У нас расписан. Да. Все субботы, воскресенья. Mm-hmm. Ну, так как я люблю гостей, я говорю это честно. Пойдемте на второй этаж. Этот ковер моей мамы. Он очень дорог. И я решила его оформить так и повесить в простенок. Я всегда иду, глажу его рукой, вспоминаю свою маму. Она у меня была очень добрая женщина, самая лучшая мама на свете. Она всегда со мной. С этим он у вас в детстве где-то висел или в гостиной? Ой, где он только не висел, потому что этому ковру уже, если у меня мама с папой прожили вместе 50 лет, то я думаю, что ему лет 60, этому ковру. Папа служил в Германии, мама была там официанткой в военной столовой, в офицерской. Да, они его привезли оттуда. Я так понимаю, что это немецкий ковер. Вот, пойдемте дальше. Заведу в комнату нашей дочки. Дочка живет в Великобритании, приезжает крайне редко. Здесь она живет. Это ее комната. Mm-hmm. Нашей Кати. Да. Нашей доченьки. Вот. Это ее комнатка. Мы сюда заходим крайне редко. Крайне редко. Здесь чувствуется даже запах еще. Да. Кажется, ремонта остался. Да. В ней не живут. Крайне редко мы сюда приходим. Ну, доченька, когда приезжает, она всегда здесь. Это как-то в английском стиле сделано или кажется мне просто? Может быть, Слава. Наверное, в английском. У нас весь дом, мне кажется, такой в английском стиле. Угу. Потому что я очень часто бываю в Лондоне. И как бы мне нравится английский дизайн вообще очень. Он у них такой необычный, такой вот... Там есть своя изюминка, точно так же, как одеваются англичане. И, и то же самое в их дизайне. Это уже одно из моих увлечений зимних. Так, это что? Сумочка, ручная работа. Ага. Да, ручная.
натуральный шелк, бархат и бисер. Здесь творческий беспорядок. Здесь я нахожусь. Это мое царство. Класс. Вот. Потому что я шью мишек Тедди. Это натуральная шерсть, мохер. Он набит опилками, у него стеклянные глазки. И это полностью ручная работа. Это одни из последних моих мишек. Я их продаю. Можете указать мою почту. Да. А как вы их продаете? Через что? А просто как ты через знакомых? Ты вот знаешь, Слава, я очень люблю творить, но совершенно не умею продавать. Можно страничку в Инстаграме будет можно, сделать. Можно, да. Вот видите, вот для них специальная шерсть натуральная. Из нее выкраивается руками, все сшивается, набивается опилками. То есть это как бы трудоемкий процесс, но он меня очень увлекает. Вот они соединяются на таких шплинтах, чтобы лапки у каждого мишки шевелились, головушка шевелилась. Вот готовые мишки. Вот мишка готовый. У него воском завощен носик, стеклянные глазки, воск натуральный, пчелиный. Они набиты опилочками. Надя, раз продаете, то сколько стоит? Такой медведь? Ну, если взять на рубли, то, наверное, 10 000. Надя, еще вопрос. Вот такого мишку, чтобы сделать, сколько вам времени требуется? Ну, наверное, 3 дня. Если прямо вот делать. Так, это то, что у него внутри, да? Да, это внутри у него. Все натуральное. То есть там синтетики нету вообще. Видите, глазки? Это дома уже? Да. Классно. И почему-то мне кажется, что они живые, эти мишки. Какой он славный Вася. Да, он прям как настоящий. Прям совсем-совсем настоящий мишка. Вот такой он добрый, мне кажется. И даже ботиночки сделаны вручную. Полностью. Класс. Тут вот я сижу вечером. И иногда и днями. И творю. Вот. Вечерами иногда вышиваю. Показала вот сумочку. У Кати вы видели там? Тоже мое хобби. Мне тоже доставляет огромное удовольствие косметичка. Красота. Моего мужа тоже есть хобби. Это бильярд. Да. Кабинет моего мужа. Это берлога моя. Это мужская берлога. У всех свои хобби. Да. Андрей, ну здесь вам надо говорить. Да. Здесь Андрей пусть рассказывает. У меня здесь расположено очень много добытых трофеев охотничьих, поскольку я охотник. В свободное время от бильярда и работы занимаюсь. Здесь у меня две хабибки, белая и черная. Вы помните, что хабибками начали их называть после того, как Хабиб побил Макгрегора? Ага. Это сейчас на Кавказе не папаха, а другое название уже, да. Это вот с Кавказа мне привозили. Это в связи с коронавирусом здесь у меня подарок сразу же сделали. Такой. Я его носил какое-то время. Это ковер. Тоже от моей мамы. Этот. Надин из Германии, еще мои из той, хабиби. Да, из ГДР. Мне кажется, он так хорошо. Здесь счеты, на которых я веду счет, когда играем с твоим папой. Так. Бильярд. Обязательно. Но обычно в мою пользу бывает счет, скажу сразу же. Здесь мой старинный альбом, называется такой вот он. 83-85. Казахстан. Все это старинное, армейское. 2 года тебе родина. С ребятами, с которыми служил, фотографии. Переписываемся, встречаемся. Это я молодой совсем. Так, это надо показать. Ага. Это мяч. Из Шотландии подарил мне немец.
у которого Катя жила. Он не немец, он англичанин. Он... была просто кровь немецкая. А, кровь немецкая, да? Да? Ну, может быть, Джеффри. Может быть, да. Джеффри подарил мне. Его уже нет, он умер, это было давно. Он да, очень бережен. Да, да, да. Он был добрый человек, мужчина. Да, Нанюшенька, ты права. Он был хороший человек. Настоящий регбийный мяч. Дротики обязательно. Это я путешествовал по реке Индигирка. Угу. Это рыба чир. Угу. Крупная. Ага. Это бивни мамонта настоящие. Это я в 2007 году ездил по реке Индигирка. После этого удостоился сертификата книги рекордов Гиннесса. Ну, только нашего. Российского. Вот он есть, настоящий. Это в чем заключается? Что прошли по реке Индигирка от истока до устья, до Северного Ледовитого океана. Mm-hmm. То есть да, никто не делал? Да. Ну, на резиновой лодке никто до этого не проходил. Mm-hmm. У нас было три человека, две лодки. Я один был в лодке, а они вдвоем. Ты знаешь, что вы там камеру утопили. Да, да, да. Было такое, было. Было и камеру утопили, и все, и фильмы снимали. Это вот, да. Это бивни мамонта. Бивни мамонта настоящий. This expedition was really one of a kind. They traveled from the estuary of Indigirka. From here, all the way to the Arctic Ocean, in rubber inflatable motorboats, while filming their trip, they lost one camera along the way. Our local TV even made a documentary about it. You can look it up. They witnessed mammoth graveyards, with tusks and bones, still in good shape. And not surprisingly, they received a Guinness World Records award. Смотрим спортивные соревнования, поэтому... Так, это как да, спортбар у вас, да, здесь да, такой? Да, да, да. Спортбар. Так, рога, чьи? Это лось, косуля, лось. Так, лось. Лось, косуля. Косуля. Снова лось. Побольше лось, да? Да, 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 да. Да. Лось, так. Тоже косуля. А вот там, где ходивки, там это рога оленя. Угу. Да, это кавказский олень. Представляете, какой он большой? Да. А это где вы, получается? Это благородное. Это в предгорьях Кавказских гор, рядом с Черкесском, так сказать. Тоже снимаю фильмы очень много. У меня очень много фильмов есть. Диски есть даже. Прекрасно. Путешествуем и снимаем фильмы. А правда. Нет. А канала нет? Нет, угу. Нет, канала нет. И спортбар да. Это не просто название, даже бар есть. Да. Да, даже вот, пожалуйста. Так, это печка. Да, зимой обязательно живой огонек. Такой красный стиль во всем, красиво. Вот это у нас у Андрея волшебный поросенок. Так. Он, видите, маленько выпил, конечно. Даже можно сказать, не маленько. Вот. Ну, он с бутылочками рядом, да, стоит бутылочки? Да, но самое главное, Лена, ты можешь загадать желание и потереть ему пятачок. Оно обязательно исполнится. Я проверяла это. И это делают все гости. Все, я загадываю. А если ты хочешь еще одно желание, ты можешь потереть ушко. Ушло дома? Кто тебя пропускает все время? Клыки. То есть это настоящий клыки? Да, 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 настоящий клыки. Но здесь в стиле английского паба так все сделано, да? Прям очень напоминает. Здесь у нас маленький погребок. Mm-hmm. Здесь уже заготовки, которые мы сделали к зиме. Компоты, лечо, помидорки, огурцы. Пойдем покажу вам дальше. И даже есть, смотрите, настойка. Вау. Так что это? Она еще... Настойка, да? Вишневая и красная смородина. Она угу. Еще не разлита по бутылкам. Сколько? Здесь у нас гостевой туалет. Так. Здесь у нас очень интересная есть достопримечательность. Мы называем ее аптечкой. Потому что здесь две гостевые комнаты. И если утром гости чувствуют себя неважно, они могут подлечиться. И все гости про это знают. Что с утра они могут подлечиться. Это у нас одна гостевая комната. Mm-hmm. Тут другая цветовая гамма, да, такая? Да. Но это Моррис, известный всемирный английский художник. Он создавал обои, ткани.
Принт, да, вот этот, да, знаменитый? Да, да, знаменитый принт. Это вторая гостевая комната, она в другом цвете. Ну и как раз вот здесь и аптечка. Вот без этого дом просто не будет функционировать. А здесь наши запасы. Андрей Владимирович очень любит огурцы. Причем соленые, не маринованные. То есть они засолены по старому рецепту. Ничего, без уксуса, без консервантов. То есть чистая, экологически чистая еда. Почему мы этим занимаемся? А, точно, все. Потому что вот варенье, клубника, малина, все свое. Вы сами все заготавливаете? Я все делаю сама. Варенье мы почему-то в последнее время стали есть мало, поэтому хвастаюсь. Вот это класс. Да. Вот это можно похвастаться? Запасы. О-о-о. Мощь. Клубника, малина, черника. Каждая из них это вот такая вот штучка. Ну, сахар чуть-чуть добавляете туда? Чуть-чуть. То есть их надо достать вечером, поставить в холодильник, а утром с творогом. Приезжайте к нам зимой и будете с овсяной кашей или с творогом есть ягоду. Супер. О, ничего себе. Утром зарядку, Андрей Владимирович, обязательно. Причем, заметьте, гантели сохранили с его детства. Вы спинку привезли? Нет, она работает сегодня. Да вы что? Кто-то не работает. Это с детства гантели. Андрей Владимирович их поднимает. Я прямо восхищаюсь им. Моя зарядка заключается только в хождении по этажам. Ого! Слава! Да худойчик. Я приготовила в пересадке комнатные цветы, которые у нас летом живут на улице. Подготовила горшки, новые кашпо. И буду их пересаживать. Снимите нашего котика. Кот. Бенджамин. У него родословная, слушайте, 2 листа А4. Правда, что ли? Так дорого стоит. Завидный жених. И даже сейчас он мне не разрешит подойти. Как вы его называете? Бенджамин, Бенни. Котопёс. Котопёс. Я боюсь их брать в руки. Кого? Червяков эти. Ой, какие добрые, хорошие червячки. Вот этими червячками мы и кормим. Вот они. Там же отсвечивают. Вон малёчки, вон видите? Надя, ты сама занимаешься разработкой этого ландшафта, скажем так? Каждый год я сажу новые цветы однолетки Венера. Но в этом году почему-то мне захотелось вот этого буйства красок. Я не знаю почему. Это была ромашка, смотрите, какая необычная. С синей середкой. Это вот что? Кейл. Кейл. Это капуста? Ничего себе. Она самая, она очень полезная, в ней очень много белка. И даже, как бы говорят, не рекомендуется ее кушать очень много. Да? Но она очень полезная, эта капуста. Я ее сажу уже не первый год. Смотрите, еще пчелки летают. Угу. Вон она. Еще когда мы были маленькие, мы делали вот так. Берешь цветочек, когда не видит мама с папой. Попробуйте. Сладко? Очень. Пыльца, да? Да, нектар. А вот эти семена добавляются в салат. Просто вот так стираем? Да. Откусываешь маленько, чуть-чуть, маленький-маленький, и пососи. Правда? Да. Нектар. Здесь морковка с петрушкой. Остатки капусты. Вот эта зимняя, она, наверное, еще подрастет. Здесь вот эти листья необычные, про которые мы вам уже рассказывали, с Дальнего Востока. Так, листья с Дальнего Востока. Да, мы даже не знаем, как они называются, но они нам понравились своим размером. Потому что на Урале все растет. Помидоры, огурцы растут в основном в теплицах, выращивают. Урожай уже собрали. И вот он, один кустик остался. Так, да. Ну, красные, хорошие. Да, очень вкусные. Мы их сорвем для салата. Бак. Куда собирается вода, наливается, и мы поливаем растения. Классное какое. Крыжовник у нас едят осенью. Угу. В отличие от Европы. Какое? Нет. Где? Вот.
Это. Здесь у нас была малина, которая вся уже закончилась, высохла из-за жаркого очень лета. Гортензия. Моя любимая. Цветет. Это не жимолость? Вот видите, еще остались, но они уже наверху портятся, потому что это летний сорт. А это груша наша. Вот. Это просто. Даже боюсь трогать. Говорят, что на Урале не растут груши и яблоки. Растут. Растут. Ну, такая красивая грузья. Обалдеть. А размер посмотри какой. Невероятно. О, сколько груш. Ого. Ну что, как груши? Очень вкусные яблоки и груши. Сладкие. Вот эта груша у меня тоже первый год. Яблоня наша, посмотри какая. Андрей идет на работу, снимает яблоко, садится в машину и едет. Прямо вот и по дороге съедает, да? И по дороге съедает. Спортзал, значит, яблоко. Да, бассейн. И можно на бассейн и на работу. И на работу. А кофе пьет утром? Пьет. Сколько надо всего успеть, да, вот с утра? Да, но он успевает, он встает рано, делает зарядку в спортзале. Потом идет, плавает. Тем временем варится овсянка, съедает кашу. И идет на работу, срывает яблоко. Вот розы, смотрите, какие красивые. Они еще цветут. Красота вообще. Все уже. А те синие, какие классные стручки. Это называется Вероника голубая. Она бывает розовая еще, Лен. Какие классненькие. У вас супер сад, да. Сочетание прям вообще потрясающее. Пчелки это же львиный зев, да? Это львиный зев, правильно, Венера. Это петунья. У нее запах прямо... Просто не передайте. Оно вот все вместе. Смотри, слава Божья коровка. Ну, точно, с ней. И еще раз радуюсь. Классно. Лена добралась до лужайки, чтобы полежать. То есть я прихожу, утром встаю, когда Андрей Владимирович делает зарядку, я хожу босиком по газону с котиком. Босыми ногами так хорошо вообще. Свежо. Ну я уже сейчас не буду снимать с ног. Я думаю, что люди представили. А вот эта сорт елки, я забыла, как она называется, но вообще это самая голубая елка в мире. Да? Да. Здесь же у нас автополив. Здесь открывается и поливается все. Раз в неделю стрижем газон. Лилий было так много, такие красивые. Смотрите, у нее синенький окоемочка. Георгина островидная, да? Да, кактусовидная. Георгина? Да. Но они в этом году низкие, потому что это молодые корни, которые я купила только в этом году. А пока вы ходили по участку, мы уже... Дожариваем шашлык. Уже? Уже. А-а-а. Уже почти готов. Экологически. Берем, пользуемся. Благами цивилизации. О, какой раздув сейчас. Да. Подогреваем. Так, что за мясо? Да, свинина. Мираторг. Какие гости, такое мясо. Хорошие гости, хорошее мясо, точно. Согласен с тобой. Мне больше нравится гулять босиком, но нужны тапочки. Мы в России, тапки. Да? Мои принесла? Да. Спасибо. Так, режем салат, девочки. Все. Первая партия готова? Да. Первая готова. Сочные, вкусные. Партия пошла. Слава, смотри, какая красотища. Так, ну, охлажденные бокальчики у нас. Только парочка. Так нас же двое с Андреем. Почти сентябрьский денек. Да, последний день лета. Да. Мы провожаем лето. А у нас, смотрите, какие дары лета.
Вообще потрясающе. Да. Это наши яблоки, апельсинка только не наша. Девочки, попробуйте грушу. Я не знаю, что это. Я очень боюсь. Я сам очень хочу попробовать. Попробуйте. Дын-дын. За нас. Да, за нас. Как она на вкус? Пряная груша. Чисто пьяная, да? Пряная, да. Девочки, вкусно. Серьезно? Ну, это как глинтвейн. Да? По вкусу, да. Глинтвейн. Прям все ее сразу. Прям, ты, ну, там корица, гвоздика, анис. Супер. Barbecue's ready. We got ribs and we got some sausage. It's going to be very tasty. Okay, let's go. Did you cook this? No, I didn't. I'm the delivery guy. Андрюша, надо сказать, еще тогда принести груши, раз понравились ребятам, мы это еще сделаем. Обязательно. А кто еще будет красная? Все будут красные. Я хочу поднять вот этот бокал за наших детей, чтобы каждый из вас вспомнил, даже вот вы, ребята, у кого нет детей, вспомните свое детство, вспомните своих друзей, еще кого-то. И родителей. Давайте. Это Андрей Дементьев написал стихотворение, которое мне очень-очень нравится. Не обижайтесь на детей, что не пришли, не позвонили. Не обижайтесь на детей, что подарить цветы забыли. У них своя земная жизнь. Такого темпа мы не знали. Их быстроходный поезд мчит, другую жизнь, другие дали. Умейте отпускать детей. Не прицепляйтесь к их экспрессу. Умейте отпускать детей, у них другие интересы. Свой тихоходный экипаж остановите на мгновение. Пусть ваши дети в жизнь летят по выбранному направлению. Примите их, какие есть. Если в силах, помогите на быстроходный поезд сесть. С дороги вовремя уйдите. Душой старайтесь их понять. Махнуть им вслед на полустанке. И не пытайтесь догонять. Став утром рано с позаранку. Любите собственных детей. Обиду, злобу не держите. Любите собственных детей, в их сердце местом дорожите. Ведь мы намного их мудрей, и каждый час общения дорог. Не обижайтесь на детей, а подарите счастье короб. Давайте за них. Замечательно. Я, ребят, за наших ребят, за родителей, за всех. За вас, ребята. Да, за вас. Будьте счастливы. Да. Спасибо. Казалось, что я вот попробуйте его уже там. Нет, вот. Патра, вот же Патра. Вот где у тебя работает дочь, а вот зеленая. Да. Вот она на работе, посмотрите на работу. Скажи, позвони, чтобы она помахала. Позвони, чтобы помахала. Именно, допустим, где у них лыжные курорты, вот что-то такое. Там такие домики стоят. Да что вы говорите? Привет, привет. Очень красиво. У вас фон такой, видите? Как вам погода сегодняшняя? Very good. Прям как середина лета, совсем не конец. Только где ж ты, где ты? Середина лета. Пойдемте сюда. Ну, мы теннис там сейчас будем играть. Все поняла. Ладно, вот сюда. У меня просто разложилось. Здравствуйте. О, тут качели. Ой, там столько грибов. Жесть. Да грибов вообще сейчас везде много. Надо будет нам тоже как-нибудь ходить в лес. Какой теннис без зрителей, да? Ну, Толя, ужас, какой удар. Мы болельщики. Как по-английски болельщики? Фанс. А, фанаты. Да. Да, Толя, оказывает тебе сопротивление. На камеру надо? Все, я не помешала. Не считается. Блин, попало хоть? Я сразу сказал, что берет, просто. О, Толя! Слава? Толя, ты что хотел сделать? Хотел что?
Попал? Нет, почти. Так слава, все в березу бьет специально. We'll go around the perimeter, and it will look like we're walking in the woods. Проще было. All right, those are some wild apples, obviously. Four apples. Oh, that's the raspberry I saw in the morning. See, it's like the last one left. Lena, you want it? Mm-hmm. Okay. Do you want to share? Mm-hmm. I'll give you some. Okay, there it is. This, I don't know the English name for it, but it's kalina, right? Mm-hmm. And the way they prepare it, I think you have to... You can't just eat it, because it's so sour. You have to frozen it with sugar. Right, it's extremely sour. Interesting is the fact that all these trees, of course, have been hand-picked from different regions of Russia and even from the world. If you look from above, this will look like British flag, and I'm gonna show it to you from my drone. Okay, we have come to the swimming pool. Shower. So, let's go swimming. Okay, so it's like pushing me back, and I'll be swimming against the stream. Okay. You are faster than... I'm faster than that, I know. You know, in the ocean, a lot of times they would have a sign that says, a rip current. A rip current is that underwater current that takes you away from the shore. So it's something like this. Lena's a big fan of saunas, and they have a sauna. It's right now, it's warming up. It's only 34 right now, but it will be there. Okay, Lena, come on, jump in. All right. Easier. Your life is not in danger. That's good. It's just like a big jacuzzi. That's right. Big jacuzzi. Come on, swim this way. Okay. A couple glass of wine. It's perfect to be in big jacuzzi. Right. As long as you don't drown. Ну, я там-то... Ты там со всей силы бил? Со всей силы лупил. А здесь он летит, летит, раз, останавливается. Да? А я тебе про это говорил. А? У меня-то ничего не останавливает. Так, трибуна готова. Беня готов напасть уже. Беня что, играть хочет с вами? А? Его территорию заняли. Так. Тори. О, кот! Это трибуна зрителей. Да мы сейчас пойдем сидеть с ними. Вот. Андрюша, где твой столик складной? Мы бы сейчас вино вынесли сюда. В подвале. Опа. В подвале? В подвале. Не успел. Чтоб я не переживала, я его несу домой. Он упирается. Беня, Беня! Да. Беня. Ух ты! Несколько тысяч евро. Опа. Понимаю. Я говорю, Дизи. Да, и Катя смотрела. И Катя также. Мама. И больше он ей не играл. Maybe we'll get some sunshine, because the sun's out, but it might come back and it will look absolutely fantastic. Lena, come over here. Look at these apples, so huge. Almost like the size of a battery. Table tennis, badminton, indoor swimming pool, sauna, what else do you want?
Fresh fruit. After a long day full of different activities, it's time to sit at the table and have some cake. Right. Come join us, Lena. We're eating a cake. Cake. Lena. And watermelon. What kind of cake is that? Астрахази. Астрахази is the name of the cake. Cake? Do you cake? Do you like? Ой, солнышко вышло так красиво. Спасибо. Это винил. Сам, давай чистый. Первый кусочек пробуй, это и мне. Я выключу. Давай. Капну. Угу. Толя. Угу. Немножко. Андрей. Скажи, нет, нет, не откажусь. Привет. Пау. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, целоваться будем? Пиво. А? Пиво где? Где пиво? Ну, Вика. Тут твою работу видно. Мы сегодня уже в бассейне плавали. Дождем замыло. В бассейне будешь плавать? Нет. Такая идет. Ты плывешь и постоянно как бы, да, будешь со струной. Ну, интересно очень. Сейчас пойдет. Вот. Нормально. They built this house themselves, and you can feel it, the layout and the design, the small details of the interior, curtains and handmade furniture, is the result of their hard work. Old carpets from grandmothers were restored, they're taking a great care of the garden, but it hasn't always been this way. When he was just starting, he had a small Soviet apartment. He's the type of person that witnessed the crazy 90s firsthand, having his apartment broken into and everything stolen a couple of times. Their daughter, Katya, lived separately, in London. I was visiting London in 2013, and she was showing me around. Andrei loves extreme sports, expeditions to the wildest places of Russia, hunting, riding ATVs, but his favorite one is playing Russian billiards. Okay, I hope you guys enjoyed spending this day with us, and thanks for watching, and I'll see you in my next video. Bye!